Итальянские пользователи социальных сетей распространили приглашение принять участие в жизнеутверждающем музыкальном флешмобе, чтобы сплотить жителей различных городов на фоне карантина из-за коронавируса. Итальянцев, вынужденных сидеть дома, призывают открыть окна и балконы и спеть и сыграть вместе. Участникам акции предлагается подыгрывать на любых музыкальных инструментах. А у кого их нет, в ход могут пойти даже кастрюли и сковородки. Начиная с пятницы в течение 3 дней в 18 часов жители, охваченные эпидемией страны, чтобы поднять настроение друг другу, исполняют национальный гимн, а также любимые всеми песни, среди которых знаменитая «Аззура» Адриано Челентано. А в Турине местная оперная певица со своего балкона решила порадовать соседей и исполнила арию под аплодисменты благодарных слушателей импровизированного концерта.